Анонс и дата выхода третьего сезона сериала «Иванько». Премьера второй главы комедийного сериала наконец-то состоялась. И теперь поклонники всерьез задумались о дальнейшей судьбе шоу. Рейтинги картины позволяют предположить, что продление сериала на третий сезон обязательно случится. Сериал представляет собой комедию про отношения, рассчитанную на женскую аудиторию. Главная героиня – педагог в школе, с отсутствующей личной жизнью. Однажды она загремела в обезьянник, и с этого момента все изменилось. Официальные представители пока не давали никаких заявлений по поводу продолжения сериала на третий сезон. Но, скорее всего, премьера новой части сериала состоится в ноябре 2024 года на канале ТНТ. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.